Около 50 молодых казахстанских дизайнеров подали заявки на участие в республиканском конкурсе «Алтын оймак». Одна из них – Ирина Нейбард. Бухгалтер по образованию, всегда увлекалась хендмейдом. Начала с вязания и вышивки, а сегодня она является одним из лучших дизайнеров Атырау. Гульзипа Маханова тоже решила принять участие в творческом состязании. Она создает одежду, украшенную национальным узором. Кстати, это одно из главных требований конкурса. Все работы, кроме обуви, должны содержать элементы национального орнамента. Для таких начинающих дизайнеров, как я, этот конкурс – очень большая возможность. Я очень поддерживаю идею организаторов одеть казахстанцев в национальное. Это правильно. Всего в конкурсе «Алтын оймак» представлено 6 номинаций. Лучший дизайн делового наряда, спортивная, детская одежда, текстиль для дома, аксессуары и спортивная обувь. Подать заявку можно сразу по 2 номинациям. Основная цель конкурса – популяризация национальных брендов и поддержка индустрии легкой промышленности. Сейчас в основном в регионах они находятся на том этапе, когда им нужна мотивация и больше профессиональных навыков, чтобы перейти на массовое производство. Потому что в основном они занимаются изготовлением единичных изделий. Для нас очень важно, чтобы они были услышаны, чтобы они смогли себя показать. На сегодняшний день еще около 200 дизайнеров готовятся подать заявки на участие в конкурсе, снимают видео о своих работах. В основном это те, кто производит аксессуары. Как отмечают организаторы, в «Алтын оймак» нет ограничений ни по возрасту, ни по профессиональному опыту. К слову, прием заявок завершится в сентябре, а имя победителя станет известно 25 декабря.